Да, извиняюсь, не на ту кнопку нажал. Вот я вот этот взял, King Salmon. Throw hard, wild. Я взял стейк, $26.99, $27 полкило. Но он хороший, нормальный. Но с нашим не сравнить, конечно. С нашим не сравнить. Вкус не тот. Я когда упаковал... Thank you very much. Видите? Да. Вот это 4 кусочка вышли. Сколько у нас вышло? $105, 94 цента. 4 кусочка стейка. Вот видите здесь... Тоже тулапия, но тулапия я не люблю. Мексиканцы любят тулапию. А здесь у нас вот видите, это clams. Да. Слави, как тебе, Слави? Есть крабы у нас? Крабы я тоже не люблю, я люблю крабовый паштет, лобстеры. А сатрин йохта. Устрицы, Славик, устрицы. Мидии. Но сегодня мидии нет, вот стейк. Вот здесь, видите, говорят, $6 экономишь, если возьмешь вот такой бэг. Он стоит $22 полкило. Здесь дазен, 12 штук, если я не ошибаюсь. Вот здесь они разные есть. Славик, разные, смотри. Разные виды. Подвиды. Но это когда на углях делаешь, кайф дает. Но сейчас мне что-то не то. Я на топ-рапетчу не поеду, где на углях можно делать. А на пропане, на огне не то. Да, ладно, ребята, давайте я пойду это. Еще посмотрю там. Кролики, мролики, может быть. Я после работы, да, видите, вот. Здесь. Рядом. А, ну все-таки, наверное, я возьму эту, одну эту сетку этих, как его, ойстер. Одну вот такую сеточку я взял, ойстер. Да. Кролика я тоже хочу взять, одного кролика. И иногда здесь красный краб бывает, нету сейчас. Да. Красный краб, это в русских магазинах надо. Да. Кролика посмотрю, кролик. Есть. Ну, кролик сами знаете, да, это диетическое мясо. Там почти зеро, ноль холестерола. Сейчас посмотрим, где. Нету зайчиков. Зайчиков нету. No rabbits at all. Ну вот здесь всякое мясо, видите, даже это свинина. Но это не Whole Food Market. Я мясо покупаю обычно там, а рыбу здесь. Здесь мясо не желательно покупать. Но я вот кролика ищу, кролика нет. Ладно, ребята, вот яички, видите, ассортимент большой, органический, но мы покупаем в этом, PCC. Это такой органический магазин. А, ну ладно, давайте счастливо. В общем, издевайся надо мной, может, это 220 ворот кунат перем, блядь. В общем, больше джанджалев хац не будешь кушать. Вот хиндогный. Видишь, хиндогны здесь нет, твоего хиндогны. Чё ты, Мишель? Не, я сейчас лучше пойду фирменный, да, возьму. У меня
Водка есть дома? Конечно. Водка есть. А коньяка хорошего нету. Пойду за одним. Ладно, давайте, ребята, пока.